Сейчас я расскажу вам про актуальные методы рекрутинга по моей команде, как мы работаем с моими лидерами, с моими консультантами, идем к новым званиям. На самом деле, планету новую я вам открывать не буду. Все методы, которые реально работают, которыми большинство из вас по-любому пользуются, это самые три таких популярных метода рекрутинга. Первый, конечно же, это теплый рынок. Это то, с чем мы начинаем работать вообще. Это самый мощный метод рекрутирования, да? Второй метод рекрутирования – это личный бренд. То есть развиваем личный бренд, это сейчас я тоже расскажу. И третий метод рекрутинга – это холодный рынок, социальные сети. Начну, конечно же, с теплого рынка. Почему мы работаем с теплым рынком? Потому что новичок приходит в компанию, мы работаем онлайн-системой, он начинает готовить, там, допустим, создавать свои страницы, готовить инструменты для работы, но мы начинаем именно с теплого рынка. Мы проводим скайп-собеседование с новичками, с партнерами, с потенциальными партнерами новичков, мы проводим скайп-собеседование. Это работает вот очень круто. Второй метод рекрутинга – это личный бренд. Как мы работаем личным брендом? То есть мы развиваем социальные сети, мы развиваем себя в социальных сетях как личность, именно как личность. И люди к нам идут именно на того человека, на вас, именно как на интересную личность. Это вот по личному бренду. Личный бренд можно качать в разных социальных сетях. Это Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, неважно. То есть люди приходят именно на вас, как на личность. И третий метод рекрутинга – это холодный рынок, социальные сети. То есть мы работаем различными методами в различных социальных сетях, вы можете видеть на слайде. Вот. И могу сказать, каждый из методов, он рабочий, каждый метод работает. И он работает только тогда, когда вы с ним работаете, именно в системе, каждый день. Каждый метод рабочий, поэтому рекрутируйте, всем успехов, всем роста!